Дере, всем огромный привет, Мираба из Турции, из города Мерсин. Вот и появились наконец-то. У нас действительно очень большой перерыв получился, больше 2 недель. Мы давно такие перерывы не делали, очень извиняемся. У нас был Курбан-Байрам, праздники, плюс свои тут дела были тоже, поэтому мы не снимали. Хотя мы снимали, но мы просто не выкладывали. Ну, может, по чуть-чуть я буду задним числом вам показывать то, что я снимал. Самая-то главная новость. К нам приехала гость. Как вы думаете, кто это приехал? Вот на заднем фоне Иру видно. Привет. Так, наверное, не видно будет. Я сейчас камеру поверну, вам покажу. А вы, может быть, поставьте на стоп и напишите, угадайте, кто прилетел или не угадайте. А я сейчас камеру поверну и вам покажу. Так, идем. Ирина приехала. Ага. Так, сейчас будем поворачивать. Опа! Вот кто появился у нас неожиданно. Как вы думаете, на сколько дней она к нам прилетела? На 2 дня. Представляете, на 2 дня она прилетела. Хотя она должна была к нам прилететь вчера, но, увы, это был ночной вылет, даже утренний, ранний утренний, 4 утра. И она, представляете, уснула в аэропорту. С кем не бывает. Да, с кем не бывает. Вот у нас такое не бывало, поэтому не знаю, с кем не бывало. Но не успела она на самолет. Уснула сладко в аэропорту. И так мало дней было, чтобы прилететь к нам. Теперь еще меньше стало. Но Кристи ни о чем не жалеет. Абсолютно ни о чем. И... она вопрос быстро решила, купила новый билет на следующий день. Все очень просто в этой жизни. Тоже 4 утра, но, слава богу, в этот раз она не уснула. Зачем усложнять, да, Марио? Зачем? Ну, пропустил ты самолет, да. Новый билет. Погуляла в Эстонии лишний день. У нее сейчас отпуск, мини-отпуск, и вот она решила отдохнуть. Вот такой сюрприз нам сделать. Но сюрприз действительно удалось. Когда вчера пришло сообщение от нее рано утром, что она не успела на самолет, я думаю, как это не успела? Шутка, что ли? Нет, оказывается, не шутка. Вот так. Но Кристи ни о чем не жалеет, все хорошо у нее. Вот сейчас кофе пьет, кушать не хочет, так как у нас жарко. Салатика, да, Кристи говорит, салатик. Тебе положить? Нет, я сейчас тоже есть не хочу, потому что жарко, около 40 градусов. Потеем, но ничего, это приятная жара. Мы ради этого приехали. О, дети пришли с бассейна. Поздоровался с Кристи. А вы не видели ее внизу? Нет, они плавали, не заметили. Ну, обнимитесь. Я? Только Калис такая. Стесняются, мокрые. Нет, они мокрые просто. Ну, сходите в душ и приходите кушать. Ну так в нашем душе. Сходите, сполоснитесь. Переоденьтесь и садитесь за стол. Вот так. А? Можно. О, сидим. Сейчас я бассейн покажу. У нас ведь бассейн работает. О, красота какая. С подсветкой. Вода теплая. Дети вот каждый день купаются. Софийка, налей мне, пожалуйста, воду. Целый стакан. А мы с Ирой еще не ходили. Знаете, вокруг надо у соседей бассейна. Но нам надо на море ходить. Успеем мы в бассейн сходить. Ну что, завтра более подробно поболтаем. Расскажем, как мы жили все это время. Чем занимались. Как у нас с ВНЖ. Все завтра расскажем. Следующим кадром. А сейчас мы поболтаем с Кристи, пообщаемся. Пока-пока. О личном, да. Женихи-то ждут ее тут? Thank you.
все, идем. Идем по делам. Нам надо в форум съездить. Кристи молодец, с утра пораньше. Поплавала в бассейне. Охладилась. Посмотрите, какие у нее модные очки. Пойдем девочкам подойдем, заодно я узнаю, звала София Курченко. Давай. София Салли у бассейна. Привет, привет. Ух, 38 градусов по ощущениям. Кристи сказала, в бассейне вода теплая, прямо как парное молоко. Модные. Да, мы с Сирой ездили в Декатлон, специально купили, ну как эти рубашки, чтобы... Чтобы не сгорели. Чтобы не сгорели. Вот защита написана, 50+. 50+. Чтобы плечики не сгорали. А ноги, да, Маш, ты намазала ноги? Да, да, да. Ну, молодцы. Молодцы. Ну все, мы поедем, поедем по делам. Ключи есть, да? Оля, я бассейнись. Супер. Вот, Кристи говорит, супер было в бассейне. Мы с Ирой еще ни разу не ходили. Ни, мисс мы с Альфорум и системе. Ира пойдет в парикмахерскую, надо волосы покрасить. А мы с Кристи пока посидим в кафе, кофе попьем. Поболтаем. А, так мы едем на мопеде. Ага, да. Вот, а Кристи на Долмуши поедет. Да, нам на почту давай. Надо заехать. Okay. Все, näeme siis. Ütle selle juhile, et sul on vaja foorumisse. Да. Окей, чао. Какая классная в этих очках. Да, модница. Давай, вот тут. Еще что? Представляете, Кристи, наверное, час ехала в форум. Микс не кого? Мы едем... Posti selle majas ära käia. Модные вообще очки. Очень модные. Зажигалка. Мы, да, съездили на почту. Четвертый раз ездим. Нелес корт. Вот так, юль майокки. Вот мы выпили холодный этот. А у меня пусто. У меня милкшейк, а у Иры холодная кофе. Айс кофе. Это фраппе. Ну, какая разница, все равно холодное кофе. Короче, да, вот мы должны зайти в Э-Девлет. Это электронная система государственная. Чтобы сделать свои дела. Чтобы сделать свои дела. На почте выдают пароль. Вот мы это все сделали. Вот это когда еще мы на ВНЖ подавали. Сейчас это обязательно надо иметь. Э-Девлет и еще УЭТС. А когда первый раз заходите, он просит вам поменять пароль. Мы меняем пароль, заходим в систему, и когда выходим и второй раз заходим, он не пускает. Пишет, что якобы неправильно ввели пароль. И вот так мы уже 3-4 раза ездим на ПТТ, в эту почту, обновляем пароль. А нам обязательно надо, вот для Софии в школе кое-что сделать. Через Министерство образования нам надо взять рандеву, а... Мы не можем. Без Э-Девлета мы не можем, потому что мы как в этом замкнутом круге. Крутимся, но сейчас опять взяли, будем еще раз пытаться. Что делать? Кристи говорит, что всегда круг делает, вот там надо выходить. Да, 700 метров круг делает. Praegu, kui hakkad tagasi minema, siis ma näitan, kus tuleb tulla. Вот были бы у меня карты сейчас второй, я бы посмотрела, идти мне к новому мастеру. Да, у Иры проблема, что Кемаль то ли в отпуске, то ли отдыхает, мастера нету. Я не знаю, а я за год к нему привыкла. Я советую без карт идти, посмотри, как будет. А мы с Кристи посидим тут. В тенечке. Ну, я уже решила, что все-таки пойду, я хочу покрасить. Вот, иди, а мы потом посмотрим, как получилось. Кристи сама красится. Не знаю, как девушки ходят так открытыми волосами, это жарко. Да. Сейчас не такой. Не верьте ей, не верьте. Ну, Юла. Она еще не проснулась. Или выспалась в аэропорту.
Ладно, сейчас Ира пойдет. Да, я уже допила. Вот Ирина спускается, она не только покрасила волосы, но ей сделали прическу. Я так переживала. Да, Кайлюша? Да? Красиво. А я так переживала. Сколько нам писали про твою прическу. Вот, смотрите, обновление. Да, но мне теперь нужно заморачиваться немного, ребята. Я не справлюсь, я так не смогу. Короче, вот средства дали. Надо пшикать после использования полотенца. Пшикать, да? И как бы делать. Он же там с расческой все делал. Ну, посмотрите. Красиво, красиво. Я так каждый день, я не смогу. Сможешь. Мы в тебя верим, да? Да. Красота. Назовем спрей. Тоник какой-то, тоник. Instantly thickens for full style. Не, ну отлично сделали. Супер. Ну вот это вот новенький. Ну, видишь, хорошо сделал. Вон он. Да. Спасибо большое. Мастер, профи. Ну, нам много писали, что Ира, у тебя такие сухие волосы, концы. Давай убирай там. И боб мне советовали. Что так они советовали? Ну, кстати, это, наверное, и есть боб. Ну, отлично, судя отлично. По длине. А? Все, едем на море купаться, чтобы смыло эту прическу. Я не буду купаться тогда сегодня. Да, конечно, поплавать. Я хочу проверить, как эта прическа будет держаться завтра. Ага, ну, это фиатутка. Угу. Ваши ставки. Завтра вот так же будет или надо будет уменьшить? Будет, будет. Ну смотри, на самом деле вот эта вот какая-то желтизна, сухость, она же ушла, да? Ну, видишь, как хорошо. Ну там что-то состригала, я думала, у меня сейчас вообще без волос останется. Я Марусу пишу, Марус, иди сюда, пожалуйста. Я уже переживаю, иди посмотри, зацени. Нет, приходи сама, и я посмотрю. С готовым вариантом. Да. Ну ладно. Так, одеваем очки. Кристи у нас рокерша. Вообще очень круто. Да. Мне нравится твой стайл. Все, девушки, поехали. Поехали на море. Горькая головка. А, Некадар? Отмеш. Эй, мамок, санися. Вот. Сейчас, сейчас. Эй, мулон. Сейчас заплачу. 60 лир за чай. За один чай? Один чай? 60? Нет, несколько мы тут пили чай. Угу. Все, поедем сейчас, поедем. Sizin bir TL'niz bile bizler için çok önemli. Muallik izni kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz. Umay Tatlı kızımız sermaye tipi örümcül kas hastası. Sizlerin desteğine ihtiyacı var. Para yüzünden bu babası... Все, Кристи пошла на долмуш, а наш мопед тут стоит. Сейчас сядем. Пальма шикарная. Вот наш клуб стоит. Тут, кстати, открыли новое муниципальное кафе прямо сбоку форума. Наверное, месяцев два, как они работают. Ой, я не тот показываю, вот наш. И платить можно либо наличкой, либо турецкой картой. А может, поменяли они эту систему? Система неудобная, да. Не, я думаю, они поменяли эту систему. Все, приехали домой. Кристи зашла в магазин и купила, посмотрите, сколько мороженого. Три упаковки Magnum. Вот.
Это наше любимое мороженое. Это турецкое, тоже вкусное. Карадут есть там, да? Есть? Нет, по-моему. Нету. Ну ладно, ничего страшного. А, ой, эй, эй, кайпанайка, кайпанайка. Мантли. Сейчас пакеты разгрузим и пойдем плавать на море. Ага. Ну, отлично, отлично. Фух, жарища. 40 градусов. София плавает. Видите, мелисса у нас растет. Я его обстригаю потихоньку. Горшки, конечно, маловаты для них, но больше сюда не влезет. Смотрите, как хорошо. Сейчас тенечек на этой стороне. Кристи пошла сегодня плавать с утра. И КПДЖ выгнал ее из бассейна, сказал, что надо одевать шапку. Вот так. Такие правила. Их знаешь, да? Что шапку надо одевать. Я знаю, да. Вот. Кристи, откармливай, откармливай нас. Они же там некоторые хейтеры думают, что мы голодаем. А мы, да, голодаем. Ну ничего, сейчас поедим. У меня тут еще один был чеснок. Я тоже люблю чеснок вместе с помидорами. Делайте салат. Как у нас кошки. Чего? Я про салат рассказываю, он к кошкам побежал. Какой салат? Салат турецкий, в турецких кафе всегда подают помидоры, чеснок, огурцы, помнишь? Руккола, вот это все вместе. Ну я в кафе никогда, никогда не ем этот салат. Почему? Не очень знаю. Вкусно помидоры с чесноком. Не знаю. Так, кошки, кошки. Кошки, кошки. Полли, выходи, показывайся, как вы в жару поживайте. Белла. Мяу. Жарко вам, жарко. Ну ничего, мы комната кондиционера включили. Да, Поля. Люди пишут, что у тебя раскраска красивая. Да. Ты у нас красавица, красотка. Пою. Беллу все выгоняет вечером с нашей кровати. Не хочет делить, не хочет. Ложе. Да, свою ложу. Нельзя. Там у нас окна открыты. А Шанти спит. Дрыхнет. Ну да, не в комнате. Белочка. Белочка. Смотри. Белла. Ой, а это ластится, да. Ревнует, ревнует. А более внимание на себя. Да, да. Оттягивает. Да? Красавица. Круги тут наматывают вокруг моих. Мяу. Да. Ты поздоровалась. А вы кушать хотите? Кушать. Такая Полина только поела. Поела, да? Да. Кушать. Знают это слово. Шанти, это мы не научили. Черным кошкам можно дать мокрый корм. Ну вот. Или жарко, не хотите кушать. А, Полли? Облизываемся, значит, хотим. А, Полли? Кс-кс-кс. Давай, иди кормить тогда их, может. Да, сейчас буду кормить. Шанти с Дани там в комнате лежат, отдыхают. Да. Ты кушать будешь, Белла? Да, мяу-мяу-мяу. Кристи у нас в этой комнате разместилась. Кондиционер тут у нас не включен. Ну, нормально свежо в этой комнате. Не нагрелась. Вот тут спит. Мы диван разложили. Я гордо такая мама. Номи. Вот так, сейчас порядок наведет. Поля, а ты тут, видишь, быстренько под шумок. Быстренько под шумок. Проверяй чемодан. Вот этот раз Кристи приехала с одним маленьким чемоданом. И ей очень понравилось. Правильно, вот так надо. Угу. Без очень удобно. Лишнего багажа. Быстренько, удобно. А сюда ли хина, здесь мы идем, покажешь. Да, ну у нее билет был с багажом, но она правильно решила, потому что тут на пару дней прилетела, зачем большой чемодан брать. Этот раз она налегке, так можно сказать, прилетела. Ну все, пойдем на море.
Vaata, vaata, seal autot tulevad. Vistika Mikadze. Торопится на море. У нас теперь эта трасса стала оживленной. Надо аккуратно. Ну, а Кристи торопится. Ну, пане газ, пыхья. Тормоза-то работают, Кристи? Пидури töötavad sul? Ну, пидур-то. Мы сойдем отца. Iga üks peab ise vaatama. Muidugi. Ei tohi eemaldada. Kas peab otsa või tee? Otsa. No, letead, letead. Тут ехать нам нечего. Всего 800 метров. Почти доехали. Все, прибыли на море. Ну, народ купается. Красота. Где там Кристи? Едет, едет. Ты главное не сверни. Я буду купаться. Осторожно. Что тут осталось? Ну, тормози. А? Че, не остановиться? На меня мессия ее, и малайку. Почему? Почему не там? Там подальше оставим себе. Ну, я там. Она мне взял тей лапус. Я легата, все там зимно. Вот так пристегнули наши велосипеды. Идем, Ира мороженое кушает. Нормально, пойдемте. В состоянии дождя. Не растаяло? Ага. Ой. Идем, идем. Все. Разложились. За ваше здоровье. Да. Кристи вот бутылки открывает. Газированные. А? Нигде не пропадешь. С ней нигде не пропадешь. Ты еще кюре дарим. Давай. А, как вот пузырьки, красиво. Давайте втроем. Оп, давай. С приездом. С приездом, да. Сейчас купаться пойдем. Ира сказала, что не пойдет, ей жалко, жалко прическу своей. Но может передумает, а мы с Кристи пойдем. Кристи, видите, уже бежит, бежит бегом. Вода 29 градусов. Как хорошо. Эй, здесь не было. А туда, сюда поле рохкем. Сюда поле рохкем. Tulen küll. Вода как парное молоко. Теплое, теплое. Вода мутная, потому что песок поднимает. Вот так чистенько все.
О, отлично как. Вообще никакой разницы. Ei ole ju mingit vahet, et vee temperatuuril õhul. Одинаково, что воздух, что вода. Läheb, läheb, jah. Hakkavad küll. Что-то кулы. Ну вообще отлично, супер. Ой, тут маленькие рыбки плавают. Ну что, наши дорогие, на этом мы сегодняшний влог заканчиваем. Спасибо вам большое, что вы смотрите, за ваши лайки, за комментарии. Мы вам очень-очень благодарны. Спасибо вам большое. Ждите новый влог. Отличная водичка, отлично. Вот так, вы 700 метров от дома, вы на Средиземном море. Тепло, прекрасно. Эти маленькие волны, самый раз для плавания. Ну что, наши дорогие, еще раз спасибо большое, что смотрите нас. До новых встреч. Пока-пока.